Говорил, что ты не гей, но мы же знаем, все не так. Пойдем со мной скорей, хочу узнать, что в тех штанах. Я так давно мечтал с тобою время... А я думаю, че он ко мне пристал на стримхате? Он заранее знал, что будет записывать эту песню, и ему надо будет потом сделать нарезку, короче, со мной, где он там меня обнимает и стоит рядом со мной и так далее и тому подобное. Да неужели, блядь? Сосать! Да, даже если Сергей лучше, чем Алексей. Не! Смотри, тут про Алексея целая песня. Провести, и никто ведь не узнал, что мы творим, закончив стрим. Алёша, Алексей, мой самый лучший друг, и даже если гей... Хуя себе танец, блять, вот это да. Говори мне вслух, Алёша, Алексей, ты самый лучший друг, и тепло наших тел убьёт этот недуг. Алёша, Алексей, мой самый... Ебать, чё за маньяк? Это он Навального отравил? Кто это, блядь? Это Гвин, что ли? Нихуя себе, блядь. Самый лучший друг, и тепло наших тел убьёт этот недуг. Бля, чё такой дрыщ? Я думал, он больше. Красивый, высокий, как юный баскетболист. По тебе девчонки сохнут, но ты создан не для них. Быдло, ты ебаная, блядь. Бля. Чаки. Чаки. Понять, не Чаки. Могу выбрать поцелуй или просто тебя обнять. Ты же любишь без всего, любовь прекрасна. И на миг я не возьму с собой гондоны. Обойдемся и без них. Я знаю, как несложно быть тобой без лишних фраз. Мы с тобой общались мало, но хотим одно сейчас. Алёша, Алексей, мой самый лучший друг. И даже если гей, не говори. Алёша, Алексей, ты самый лучший друг, и тепло наших тел убьёт этот недуг. Алёша, Алексей, мой самый лучший друг, и даже если гей, не говори мне вслух. Алёша, Алексей, ты самый лучший друг, и тепло наших тел убьёт этот недуг. Да, круто получилось, я думал, тут будет что-то такое. Да подожди ты, блядь! Лучшие песни, я считаю. Ну, бля, сука, нихуя. Так, ну тут определенно лайк. Также я скидываю в чат, чтобы вы тоже лайк поставили. Так, минуточку. Бля. А подожди. Подожди, From Finland, подожди. А что-то не хватило, походу, да? А, все, блядь, подорожало. Все, сука, все, блядь. А все, блядь, не хватило. Еще захотели, блядь. Не-е-е-е!